Так что пошли дальше. Посмотрим, что тут у нас еще интересного есть. Такие вещи, как слои, да? Для чего они нам? То есть, если мы находимся сейчас на слое 2, допустим, да? И создаем вот здесь layer. Вот, layers. Ну, можем изменить, написать что-то, детали. Какие-то мы тут сделаем, допустим, вот такую деталь. Щеткой наделаем. И чем хороша эта система, что в принципе мы можем не уходить назад, 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 мы можем просто этот лейер отключить. Если он нам не понравился, так можем папку создать, как я понял, таких лейеров, да? Допустим, вот давайте попробуем папочку создать. Фолдер это будут лейеры, да? Левели, уровень, это уровни, уровни. И попробую сейчас сюда закинуть. Можно? Нет. Вот с этим надо будет еще разобраться. Ну, то есть вот это позволяет работать со слоями на разных уровнях. Я получается так, что если я буду, допустим, я могу сейчас сделать следующий вот basic объект. Уровень первый. На уровень первый я тоже могу создать слой. И первый написать. Первый. И тоже здесь что-то сделать. На первом слое. Бум-б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 ум
На первом, так, а на втором слое включается этот. На втором слое вот он у меня есть. А на первом слое у меня есть вот этот. На первом уровне, вернее, не на, это уровни, вот это уровни, а это слои. И вот здесь можно этими слоями таким образом управлять. И в то же время их можно спокойненько. Уровень 2 появился, детали вторые тоже удалить. Вот так. То есть, пока не собираюсь я вдаваться в особые подробности этого всего, тут объединение, вернее, вот сделать это видимой, сделать невидимой. Тут и так можно сделать видео невидимым. Так, ну, короче, понятно более-менее, что это такое. Это для удобства менеджмента скульптинга сделано. Удобнее работать, но для самого скульптинга это пока нам мало что поможет. Вот. Для самого скульптинга мы перейдем уже вот к рассмотрению инструмента. Мне это больше интересно понять, кто за что тут отвечает. То есть управление, это управление ничего как более. Ну, для того, чтобы эффективно работать, это, конечно, надо. Visible, это вот visible, то есть видно, не видно этот слой, да? Ну-ка я попробую сейчас зафиксировать, да? А, нет, так, я перейду сейчас сюда в details и зафиксирую. Ага, вот. Теперь понятно, что я не могу этим ничем воспользоваться. А с масками, тут пока у нас нет масок, поэтому работать ничего. Стринг это усилие, мне кажется, да.
насколько будет усилие стринч какого-то предмета. Оп, ух, уже на свинюшку похож. Весело. Ну хорошо, ну давайте уже переходить к кистям. Это самое интересное.